сожалению, записи. Значит, к сожалению, не могу найти запись, как было до. Ну, была обычная классика, лоб, стиральная доска. Сводим бровки. Вот немножко есть там бедермальные заломы, которые и были. Мы немного прокапываем. Ну, можно разбавленным токсином или по 0,5 единички. Вот три галочки. Поднимаем бровки наверх. Решили оставить небольшой люфт, пусть себе будет. И у нас сегодня подарочная процедура витамин С. Процедура не для трусов. 20%. Вот он такого цвета. Я добавила примерно на 2 миллилитра, добавила 0,3 анестетика. Сейчас скажу, какого. Септонест. И это, да, у нас сегодня подарочная процедура. У нас есть пигментация, есть веснушки. И вот мы к весне решили, так сказать, бонусом омолодиться. Вот, поэтому, если человеку понравится и он нормально вытерпит, я предупреждаю, что при таком процентном соотношении, ну, желательно выпить немесильчик во время или после, или до процедуры, потому что достаточно болезненная, ну, сам по себе препарат очень сильно болезненный, и может быть отек на него и такое все прочее, но зато эффективный. Ну, вот так. Короче, вот это мы разговариваем про витамин С. Попросила коллегу снять. Значит, укололи 3 папулы здесь, 3 здесь. Это токсин, межбровка. Потом нужно будет прокапать биоревитализантом. И теперь мы делаем лифтинг по точкам. Очень просто, по линиям Лангера. Берем щечку в защип. 2 линии я прошла. Ну, в шахматном порядке. Ну, выпускать можно полделения, деления. Насколько вам жалко своего клиента. Вот, Якобы значит, почему? тоже, подожди, то же самое мы делаем сейчас с той стороны. Вот мы видим пигментацию, да, здесь, конечно, там, где у нас рубчики, постакне, желательно пройтись, конечно, вот такой техникой. Терпим, терпим, терпим. Я буквально в следующий раз можно будет больше анестезики добавить, и все. Вот, выдыхаем. Не одна линейка осталась вот отсюда пройти. Насколько терпится? Я думала, буду гирше. Поняла. Работаем. Ты снимаешь лоричек, да? Хорошо. Все. Так, с этой стороны все. Аккуратненько поворачиваем. Терпим, терпим, выдыхаем, выдыхаем. Девчонка украиночка. На, и все. Понятно. Раз. Два. Внимание, на него могут быть отеки. Предупреждаем. Я была как осой покусанная. Это такие отеки, зато эффект такие. Внизу и эффект. Потом неделю я была красивая. Так, вытерпели. Молодец. Будет лифтинг. И от резориуса просто. Иголочка тоненькая. Здесь нам надо желательно, конечно, попасть под рубчик. Если не можешь терпеть, говори, я дам передохнуть. Как? Рубить. Поняла, поняла, поняла. Это почти как матюк звучало, но я в курсе, я сама такая. Я думаю, нафига я начала его колоть себе, когда сама себе колю. Самой себе Да ну невозможно. ты что, это я 2 раза добавляла анестетик. Я мазала еще раз анестезией, пила немесил, А противоотечное, если прочертить эти линии, Дексу. по ним сделать, допустим, пенифрин, и вдоль Сейчас, него потом рядышком проколоть витамин С? Как ты думаешь? котик, это 2 раза Прими колоть приемлемый человека. вариант. Так, все, осталось один ряд подбородок и все. Хотя бы пару точечек. Все, выдержала, выдержала, молодец. Все, нажимаем на...